Вчера около полудня в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в огородном товариществе «Дружба». Эти кадры сняты очевидцами. На борьбу с огнем выехало 7 единиц техники и почти 30 человек. К счастью, обошлось без жертв. За моей спиной то, что осталось от двухэтажного дома. Звонок в пожарную часть поступил в 12:45, и уже спустя 8 минут пожарные были на месте. Но, к сожалению, имущество спасти не удалось, поскольку дом к тому времени выгорел уже изнутри почти целиком. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки на втором этаже. Жильцы дома, хозяева, обнаружили очаг, пытались ликвидировать самостоятельно. Но так как из-за большой тепловой нагрузки по предметам обихода огонь распространился довольно-таки быстро. Когда приехали пожарные, дом горел изнутри уже по всей площади. Со слов собственника, ущерб предположительно составил около 1,5 миллиона рублей. По словам пожарных, чаще всего основной причиной возгорания служит неисправность техники и невнимательность. Будьте осторожны при обращении с бытовыми приборами и соблюдайте правила безопасности. В случае пожара незамедлительно обращайтесь в единую дежурную диспетчерскую службу 112.